5 октября в Елабужском институте КФУ прошла встреча студентов с переводчиком художественной литературы, критиком, лауреатом литературной премии имени Марины Цветаевой Сельмой Ансирой. Она посещает Елабугу уже не в первый раз. По ее словам, история любви с этим городом началась уже давно. В начале встречи Сельма Ансира отметила, что ей очень приятно общаться с молодыми филологами, которые, как она, когда-то выбрали именно это направление. Сельма Ансира призналась, что когда была студенткой, хотела преподавать, но знакомство с творчеством Марины Цветаевой все изменило. Я хотела сегодня сказать студентам, молодым учителям, вот тем, кто еще в университете, чтобы они занимались тем, без чего им нельзя жить. Чтобы они занимались любимым делом. Тем, что считают просто жизненно важным. Уже более 36 лет деятельность сеньора Ансиры связана с творчеством этой великой поэтессы. Она перевела практически все прозаические произведения Марины Ивановны, а на испанском языке вышло несколько сборников стихов. Общаясь с лауреатом литературной премии, студенты, пользуясь возможностью, задавали гости вопросы о ее любимом произведении, о сложности перевода стихов Цветаевой и другом. Очень символично, что вчера в городском зале современного искусства состоялось открытие фотовыставки работ Сельмы Ансиры. Ну, действительно, как филолог мы изучаем очень много различных произведений и сталкиваемся с именно вот этими трудностями, наполненностью, контекстом каким-то, который не просто ты прочитал и понял как-то, а именно можно сказать какую-то дополнительную информацию, чтобы до конца понять, что хотел именно передать автор. И поэтому стало очень интересно то, что как передать вот это все богатство, которое хочет сказать автор, в контекст другой литературы, чтобы не только... Автор-переводчик понес какое-то свое субъективное мнение о данном каком-либо произведении, над которым он работает, а именно передать ту ниточку, которую хотел сказать автор. То есть все эти образы, все эти какие-то символы передать именно носителям другой культуры. Наверное, было все-таки приятно, как представителю тоже русской культуры, слышать, что она очень рада знакомиться с нашей литературой и начинаешь после таких слов гордиться им достоянием, то, что мы к этому тоже как-то причастны. Помимо переводов стихов и произведений, она уже давно увлечена и фотоискусством. И свою профессию переводчика сеньора Сельма сравнивает с отражением в воде. Чем лучше передан авторский замысел, тем отраженная картинка чище. Анна Глазунова, Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, Универ Ньюс.